Друзья, перед вами стульчик и воля. У него имеется положение ниже и большое количество регулировок. Также получается у меня есть дополнительная столешница съемная. Стол можно регулировать под малыша, подальше, поближе, либо вообще снять. Также получается у него есть положение спинки от лежачего, полусидячего и сидячего. Также получается регулируются ножки. И он очень удобно и миниатюрно складывается вот таким вот образом. Приходите в магазин Крошку.